ось дивіться, дорогі і недорогі теж українці, всі ми кричимо для НАТО, для світу західного, для Америки, для Західної Європи, кричимо «Дякуємо!» за поставки вооружений для нашей боротьби, для України, для визвольної боротьби нашої неньки. Відома річ, але для не тупих можна піти копнути ще далі, щоб зрозуміти всю більшу суть. Кричати і дякуємо треба було ще коли це НАТО, з'єднані сили НАТО, Барджі Америка допомагала харків'янам ще в 90-х, мені здається, коли на Діканьовці очисні сооруження прорвало і затопило Харків. От тоді ні мер, ні губернатор, ніхто не був в змозі, в стані, в силі допомогти харків'янам, окрім як НАТО. Західний північний блок націй нам допоміг. А ми наплівали, насрали на це все, як собака, котрій кидаєш шматок м'яса, ковбаси, а вона жре це і ще й на тебе гавкає. Ось так ми поступили. По первичним primal instincts зверинським. Ну, це такий приклад. Коротше, дивіться. Замість того, щоб кричати «Дякуємо всі! Вау! Як ми зробили Україні, допомогли! Круто! Які ми охайні є!» Зараз нам всі мусять кричати зранку до вечора «Дякуємо» і повзати. Замість того, я би пропонував таку схему, що дивіться, чех або поляк, дивись, напали не на Україну, а напали на НАТО. І зараз що ти сидиш, нічого не робиш? Ну такий, наприклад, умовний Ярош, сказав би. Там спец по справам військовим. Що ти сидиш, нічого не робиш? Поляк, чех, словак, венгер, ще хтось там. Бери пасатіжі, плоскогубці. Бери проволоку, ще якісь засоби. І іди роззброювати розтяжки, котрі вам кремльовці встановили. В ваших лісах, в ваших ще десь домах і тому подібне. Або у нас. Напали не на Україну, а на НАТО, в котрої є Україна. Ось так повинно було бути. Мазафака щит. Таких прикладів маса. Коротше, житейські приміри, робочі, можна сказати. От шеф у мене от говорить, ну нас німці напали були. Один із епізодів історичних баталій. Ну а я говорю, от смотри, от, ти шеф, да? Ти мені даєш гроші, платиш, то все. Ти можеш поставити передо мною фотель, кресло, усісться в нього. Я буду работать, а ты будешь сидеть, и мне пофигу. Ну, может, долго это цены протрыва, будет немножко не очень приятно, бо я знаю, что это деньги не твои, а шефа главного фирмы, например, фабрики этой. То есть ты шеф, ну, шеф, который должен тоже работать. А вместо, вот, значит, ты мне ставишь еще одного шефа, который ходит, блатует, указывает, а сам потом хавается, ни хера не делает, и при этом как чуть ли не оргазмирует от этого. Что, смотрите, украинец работает, а он ходит, понты лепит, блин. А огрызаться я сильно не могу, потому что у меня такие условия воронки, что в любую секунду могут сказать, да, слушай, иди, не нравится, go out. Я ничего не смогу противопоставить. Но если бы я там имел статус, то я сказал, не, ну подождите, ну так аж так быстро не пойдет, что вымятывается, улепетывая отсюда,
Давайте как-то по-другому. То есть статус главное очень в этих делах. Значит, вот так все и с НАТО, с этим всем, что нету статуса. Значит, напали на вас, на Украину. А был бы статус, значит, напали не на Украину, не на вас, а на нас, на НАТО. И тогда условный, умовный Ярош или Подоляк скажут: слушай, братила, а что ты там уселся? Ты ж, время идет, время, часы. У нас поставки ленд-лиз со всей НАТО, а ты сидишь. Ты кто, чех или словак или поляк? Бери плоскогубцы и запердалят, go. Швидко, мы тебе покажем. То есть, и никто бы не нападал бы на такую страну, как Украина, будучи, что это блок. Один за всех, все за одного. А если нет, приехали опять-таки умовные подоляки и Яроша и надавали по кумполу этим натовцам. Потому что они могут там себе перемещаться, у них ранг. Они приехали, поговорили с генералом, с одним, со вторым, сказали: слушай, мы тебе сейчас тут, блядь, рассказываем, темную сделаем тебе, блядь, пастой намылим, сука. Мы тебя, блядь, научим. Там другой электорат, там, ну, другая немного планета. И, кстати, другая планета, ну, как украинцы понимают, что это другая планета? Они приехали сюда, вот беженцы, а они совки, совок в голове. Они могут тут год, полгода лазить на этих, на Азиле, чуток подрабатывать где-то, то есть все. Но они не вживутся в структуру мышления. А это очень важно понять, что очень важен статус, ранг. Даже не так богатство. Богатство, да, если украинец с бабками приехал, тут раздает всем, тут выстроится в очередь, и поляки будут ему ножки целовать и ручки и тому подобное, и он сразу будет вознесется. А если нет бабок аж так, то что? Становись в дальнюю очередь, потому что ты ранга не имеешь, статуса не имеешь. Вот так вот. В Швеции по-иному, по-другому. Там абсолютно иной климат, другое мироздание, миропонимание. Соткано еще в 70-х, соткано еще Карлом XII и тому подобное. То есть, чтобы наконец-то украинцы выяснили и уяснили себе, и это очень важно, что нужно быть равным не на словах, не на радугах тенчевых, на этих, на ЛГБТшных. Надо быть статусно, статутно равным. А мы это проморгали, вслед за Польшей не вступили в НАТО. Теперь влачим жалкое существование, будучи под олигархами, ворами, которым наплевать на нацию, наплевать на суверен, на независимость. Им не наплевать только на бабки, которые грязные, которые кремлевские, газовые. Они готовы жопу лизать Кремлю и продавать все на свете. Вы же посмотрите на слабость президентов и на продажность президентов всех, которые были в Украине. Покуда не наступила война широкомасштабная. И эта слабость не закончилась на Зеленском. Ну, то есть, будучи Зеленским, слабость тех президентов, чморей ушла в прошлое. Хотя еще ничего не закончено. Вот как важно понимать суть происходящих вокруг долбоебов этих. Совков, совкоходячих желудков в голове, чтобы эта суть хотя бы в голове, в душе, в сердце проникала в них, чтобы они не только лочили жалкое низкоранговое существование, чтобы они и сами поднимались, и свою державу, неньку, тоже превозносили. А насчет нападения немцев, кстати, сори, я вот шефу старался так вытолмачить, что вы ж, как и немцы, привыкли, ну вот немцы с вами как обходили? Шнеля, махен, арбайт, махфрай и тому подобное. То есть немцы хотели, чтобы на них, на немцев все запердаляли, тяжелейшим образом работали. Они ходили только командовали, бля, и кричали, что они великая, всевышняя раса,
нация и тому подобное. То есть чистой воды нацизм и идиотизм. Хотя в коалиции они были далеко, далеко не с арийцами. То есть, и вы что же, нахватались от немцев вот этого? Только проделывали хитрожопно все это цвански с украинцами. Которые, кстати, за вас, и за вашу, и за нашу свободу в 20-м году сечевые стрельцы воевали. А вы их потом с мадярами, с венграми расстреляли, там сколько, 200-300 человек на 39-м или 38-м году на границе, корпусом граничным. За что расстреляли? За то, что они желали свободы, как и вы, как и немцы. Не, вы наплевали на это. И получили разбор в 39-м году. То есть вы наплевали на одних, да, украинцы были чуток виноваты в том, что в 18-м году немного не посоветовались с поляками, заняли Львов, после чего Халлер, не какие-то там орлята, орлента, выбили украинцев занятого Львова, в котором было большинство, в самом Львове большинство было, жило поляков этнически и евреев. Но зато в области Львовской, по Вятах, жило больше украинцев. На селі працювали люди. То есть, вам же прикольно было взять и поделить с сильными мира всего. И наплевать как бы на слабых. Но слабым-то Бог давал державу свою, так же, как и вам. А сильные отобрали. То есть, не надо хитрожопничать. А если работать, то работать вместе. А чтобы вместе работать, то нужно иметь ранг. Войти в это сообщество. Быть вместе.